Более 20 сотрудников Красного Креста уволены за использование секс-услуг. При этом одна из главных функций миссии как раз состоит в том, чтобы бороться с сексуальным насилием. Расследование инициировали после неоднократных скандалов и жалоб на непристойное поведение сотрудников гуманитарных миссий. Установлено, что как минимум 6 раз сексуальное насилие проводилось над детьми. Еще один скандал разразился вокруг британской Oxfam, которая помогает бездным. Выяснилось, что организация прикрывала случаи сексуальных преступлений со стороны ее сотрудников, которые работали на Гаити.